Всем привет, с вами я, Владжер, и сегодня мы с вами будем делать интро за 30 минут. Погнали! Да. Очень прикольное название этого видео, в том плане то, что мы будем реально сидеть и делать интро за 30 минут. А почему? Потому что, вы думали, я сидел и делал 6-0 заранее? Не, я и буду делать сейчас перед вами. Сейчас 29 марта, да. Я включу музыку на телефоне, если вы вдруг что, чтобы... Авторские права не получить, у вас будет своя музыка, у меня будет своя. Класс. Сейчас быстренько что-нибудь да найду. Буду сидеть, слушать, делать интро. Будет прекрасно. Поехали. Так, мы, получается, отдаляем камеру. Мы нашли фон. Нам нужен вот такой фон, мы его нашли. Мы его забираем. Прошло уже как бы достаточно много времени. Получается, интро не за 30 минут, а чуть побольше, потому что у меня комп начал что-то моросить, и я что-то сижу, думаю, ну ладно, тогда уж перенесу на утро, поэтому вот сейчас продолжаю делать интро. Окей, все у нас есть. Так, теперь смотрите, мы заходим с Univegas. У меня есть одно видео. Оно уже как бы давно существует у меня. Я его сейчас, наверное, буду переделывать. Sony Vegas, я тебя люблю. Спасибо тебе. Тебя я люблю. Очень сильно. Пожалуйста. Не сдохни, работай, пожалуйста. Ну, в чем твоя проблема сейчас? А, ну да, надо же... Так, работаем. Так, получается, без фона. А потом резко будет... Так, это, по-моему, у меня где-то вот тут лежит.
Это, да, это оно. Это. А если я... Давайте сейчас заранее все проверим. Промокер. Типа на зеленый. Прям на ядреный. Не, на ядреный зеленый не будет такого прям негатива. Это хорошо. На ядреный зеленый не будет негатива. Она синий. Блин, она синий. Ну, типа, выглядит это будет таким образом. То есть, синий это вот это, а вот зеленый это видео. То есть, по-хорошему. Все время вот это добавлять, это же будет очень долго. Зеленое это видео. Алло, что за бред? Хромакеер. Да, мы сделаем акцент на синий. То есть, вот. Акцент будет идти на синий. Но при этом, если мы это будем рендерить, то синий будет еще и этим. По факту, да, и синий здесь будет довольно-таки сильно портить картину. Синий надо менять синий. На что менять синий? На черный? Картинка. Картинка ломается. Блин, эти переходы, это... Я не знаю, что это. А есть такой плавный переход. То есть, получается, появляется значок. И потом значок. Давайте посмотрим на классических переходах, которые идут уже готовы. Ну, то есть, давайте просто начнем уже строить интро. Как должно выглядеть интро? У нас есть значок. У нас же есть... Вот, у нас есть значок. Вот. Этот значок у нас будет поменьше. Выглядит вот так. У нас он появится в центре экрана. Ну что у нас сделал? Правильно, появился. Он у нас стоит, стоит. Я говорю, погнали. И у нас включается уже само интро. Этот переходик у нас просто тут пусть посуществует. Ну, надо по-хорошему сделать как-то так. То есть из темноты... Ну, слушайте, выглядит даже не слишком ущербно. Еще бы музычку, конечно. А, ладно. Так. YouTube, главное, так, не главное, музыка, Vegas Pro сохраненные, интро 6.0. Ты долбоёб. В
What the fuck is that? Это что? О боже. А, это анимация руки должна была быть тут существовать. Все понял. Вопросов нет. Так, отключаем переносы. Так. Ух, музыку берем. Она нам хоть перенесется. Да? Не знаю, сейчас проверим. Так, это была видеодорожка. Нам нужна аудиодорожка. А у нас она хоть существует вообще где-то этот трек? Я его сейчас смогу найти. Это, по-моему, рок. Это же ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, не фикс. Это не оно. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Мощно, но мне нужен тогда не рок. О, это то. Где это тогда инструментал? Тогда если это инструментал, то мы сужаем круг. Вот они. Нет. Нашел. Панк альтернативный рок обоссаться. Теперь вопрос. Остались ли у меня заготовки по букв? Да, они остались. Это замечательно. Мы просто сейчас их закинем все сюда. Что такое? Мы просто их сейчас все закинем сюда. И по кайфу. Опа, это что делать только? Не, я понял. Вау. А, во-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 во. Да не, я понял. Да я понял. А, это все? Да ну. Так, тогда делаем по-другому. Поехали чисто сейчас с пипеткой. Пипеткой. Это похоже на пипетку? По-моему, очень. Заменим эти цвета, которые я делаю. Вот. Типа зеленые, но в Африке зеленые. А вот фиолетовые бывают разные. Хотя, в принципе, зеленый тоже бы не помешал поменять. Где-то он такой более кислотный, а где-то он такой. Вот а фиолетовый прям заметно разный. Здесь вообще он прям розовый был. Здесь прям фиолетовый. А, все. Так, идем сюда. Все вот под эту косим. Так, V, L, A, G, E, R. Нормально, только вот так вот у нас идет. Ну, сейчас быстренько расставим их. Нам надо сначала будет от А до... То есть... L... Так, погоди. L, A, G, E, R. Open. R, E, G... Так, погодите. Там еще и L сначала, а не А. То есть Влагер.
Вот так как-то. Сейчас будем по тайм-кодам уже расставлять. Не хватает какой-то, не знаю, посыпки, я не знаю, такой. Как будем делать? В центре вбок, в центре вбок, как у нас было раньше, или просто чу-чу-чу-чу-чу. Не знаю, но выглядит уже выглядит сочно, уже выглядит сочно. Это хорошо. Какие-нибудь зеленые... Ты! Извиняюсь, футаж частиц. Какой-нибудь прям футажик бы такой взять частиц. Короче, не хватает что-нибудь. Вот чего-нибудь не хватает. Чего не хватает? Сейчас будем сидеть и думать. Какой-нибудь типа футажик. У меня появилось... Все! О! Мысля. Оно же не реагирует на зеленый, да? Ему глубоко пофиг на то, что зеленый хромакей стоит, да? Вот, да он же сейчас даже стоит, ему вообще по барабану. Смотрите. И этот же тоже будет пофиг на зеленый. Ну, то есть, нет, отдаленный ему будет не пофиг. На зеленый. Во! А если еще випеткой взять вот оригинальный зеленый. Вот, и нас. Я что-то придумал. Поздравляйте меня, пожалуйста. Так, во-первых, центр уходит или тын-тун-тун-тун-тун. Мне кажется, лучше сделать хоть какую-то анимацию. То есть центр уходит, центр уходит, центр уходит, центр уходит. Не знаю, давайте просто прикинем, как это будет выглядеть. Вот так. Так. Object. Он пойдет сюда. Так, надо вот так отодвинуть. Он будет здесь. И выглядит это будет так. Выглядит нормально, только немного надо увеличить время вот этого перелета. Давай попробуем сделать вид, что выглядит нормально. Вот это вот мы копируем, это сейчас мы будем вставлять абсолютно на все буквы. Просто вот эту будем менять в зависимости от ее положения. Ой-ой-ой, я, кажется, с размером немного налажал. Да, надо было сделать его немного поменьше, потому что сейчас L-A-G-E-R. Слушайте, походу влезет, но лучше бы немного поменьше сделал, поэтому... Подставился такой. Блин, выглядит неплохо сейчас пока что. Так, у нас тут небольшой отступ. Мы будем его якобы соблюдать. Оно же сохранилось, по-моему, да? Да, я больше ничего не копирую. Так, идем сюда. А мы двигаем в идеалити. Сохраняется такая абстракция, то есть нету общего такого типа целостности. Оно все как-то неровно. Ну, это красиво, это нормально, это красиво. Мы еще немного сюда добавим, смотрим, как это выглядит. Ладно, терпимо. Не идеально, но господи, мне чё, мне это нормально. Красиво. АУЕНО.
А, еще ЕЭ, а, ну да, влезает. Все влезает. Ты че, чего, че, Воджер, Воджер. Ты шо паникуешь? Шо? Ну все потеряно. Теперь смотрите. Нам надо немного подвинуть, сейчас будет немного муторно, в том плане то, что... Так, ты куда Е удалил? Алёша. Смотрите, у нас получается как выглядит? Вот тут где-нибудь надо на дропе каком-нибудь. А, там музыка кончается. Вот типа полетел. Раз, два. И вот тут 19. Вот тут уже 19 будет. Вот 19 уже такое. Во, замечательно. Смотрим. Уезжает. У нас L какая-то проблемная, у нее что-то не то. Да. Какая-то из них, да, понял. Вот это вот проблемная, она дергается. Смотрите, у нас тут есть дроп. Вот этот. По-хорошему, надо под этот дроп сделать, чтобы у нас все выглядело лаконичнее. Смотрите. Теперь надо как-то с музыкой это все связать, чтобы... А я же могу так сделать, да? И типа сразу одновременно... Нет. А может Shift надо было удержать? А фиг его знает. Посмотрим. Она очень надоедает уже этот Воджер. Слушайте, как будто до этого выглядело как-то получше. Типа ты не успел привыкнуть к Воджер, как поменялось на 19, ты ждешь что-то еще, и тут резко кончается. Я ставлю на этом. Я хочу сделать так. Мне попуку. Ладно. Нормально. Смотрите, что мы делаем. Мы, получается, делаем вот так. Увеличиваем на это. Так, сейчас будем рендерить. Я не знаю, как будет вести себя OBS при рендере, поэтому я лучше завершу запись и после рендера верну. Точнее, вот чтобы вообще все не делать с хромакеем, мы отберем только момент вот этот, чтобы выглядело нормально. Буковки и вот подберем пищалку. Так. Собака. Ладно, ничего. Давай еще раз. Вот зеленый, мы это дым. Сюда и туда. Ты опять сдох, блядь. Что тебе надо?
Пурарум-пум-пум. Нет, нет, я не злюсь. Какой я? Я не злюсь, я никогда не злюсь, вы чё? Подумаешь, он уже второй раз подряд хуйнёй страдает, Вегаспил. Ну похуй. Ты, блядь, верни его на базу-то. Увёл ты его за пределы куда-нибудь. Смотрите. Появляется. Ставим нарезку. Да какую, блядь? Ставим нарезку. Ищем, идём сюда. Идем, 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 идем. Вот. Кадр поменялся, мы его обрезаем. Сюда мы ставим. Хромакей. Какого цвета? Правильно. Зеленого. Что мы делаем? Правильно, добавляем двоечку. Да? Да. Закрываем. Сохраняем, потому что этому делу сейчас мне все нафиг сломает. Переходим сюда. Берем вот, вот это вот. Берем. Идем обратно. Сюда вставляем. Так. Увеличиваем назад. Какой-то тут пурпурный пошел. Мне нужен фиолетовый. Ой, зеленый. Появился зеленый. Его обрезаем. Делаем новый слой, это слой вниз, его под низ. И смотрите, что у нас получается. Мы сейчас добавим небольшую концентрацию конкретно в этот момент. А нет, лучше так оставим. Смотрите. Вообще, контраст не повысить, потому что он довольно-таки тухлый какой-то. Почему? Вот почему? Вот просто, блядь, скажи одну причину, почему? Почему? Вот в чем твоя проблема, блядь? Да, все-таки по-настоящему такой тусклый. Я не знаю, почему зеленый такой тусклый. Я бы хотел сделать его чуть поконтрастный. Но я боюсь, если я сейчас этим займусь, у меня сейчас просто Sony Vegas умрет. Вот такой трон. Да ладно, я сейчас просто одним ползунком уже все сделал. Не верю, надо сейчас будет еще доделать, да. Готово. Готово. Все. 16-16 вообще идеально. Все. Мы сделали интро. Ура! Так. Ой, давайте покажу вам, как вообще, в принципе, происходит рендер. Мы добавляем поперек качество, ставим 2560 на 1440. Ставим height, ставим... Тут ничего не ставим. Тут ставим не 28, а 50. 50-50. Height quality, VBR high quality. 320. Окей. А ну все получается, интро мы сделали, все, мы закончили с вами. Почему интернета нет? Ладно, пофиг. Все, мы сделали. Наверное, все. Вы сами знаете, где же поставить лайк. Тем более. А теперь аутро надо делать. Ладно, аутро я как-нибудь сам сделаю. Самое главное было сделать интро, да? Да. Все. Наверное, все. Вы сами знаете, где же поставить лайк. Тем более, где подписаться. С вами был Владжер.
Всем спасибо за просмотр и всем пока.